Приветствую смертность, с вами Павел Первый, пробуждение на Галакрунда вновь на ваших экранах, и у нас четвертая глава этого приключения. Сегодня играем за Лигу Зла. Надо купить это крыло, поскольку оно не куплено. Мы целый год замышляли недоброе, настал наш звездный час. Значит, они хотят вернуть Долоран. Ну, пусть попробуют. И мы в итоге теперь уже в Долоране где-то, да. Твердыня Лиги Зла в Долоране сождена, но у Рафаама есть план, как переломить ситуацию. Жги, Раканишу. Долоран не достался нам. Так не доставайся же он никому. Жуть. Джордж и Карух. Раканишу сожжет весь город, как только разберется с этой парочкой. Ваше оружие получает плюс один к атаке. Ясно. Куча оружия будет. И спам этой штукой. Зависит от того, сколько еще хп у Джорджа и Карва. Видимо, также по механике двое тут будут их переключаться между собой. А может и нет. Хрен его знает. И пусть ищет хп. Очиститесь огнем! Мы тебя остановим, свечка переросток. Жить. Мы тебя загасим. Чё это ты Рагнароса пародируешь? Так, это что за фиговина? Ясно. Уничтожая случайную тележку, сожгите их все, чтобы совершить трансформацию. Какая же нахер трансформация? Здравствуй, смертная букашка. Сожги все! Ой, только шторы не трогай, меня их только что погладили. Горячо! Я больше не собираюсь слушать бредни зла! Ну, спасибо, будущая жертва! Я больше не собираюсь слушать бредни зла. Взрывашки? Я больше не собираюсь слушать бредни зла. Ты чё? Я больше не собираюсь слушать бредни зла. Я вообще зашел немного пожечь. Но и тебя вынесу, как нечего делать. Я больше не собираюсь слушать бредни зла. Ну, конечно, у него тележечку уничтожил, зачем у нас уничтожать? Но глядя, как горят эти тележки, я чувствую освобождение. Жду приказа. Да ладно, слушай. Чё, и в третий раз у него тележку уничтожишь? Что приказать? Неплохо горит. Ну, хоть так. У нас все получится. Я только за. Ясненько, я так и думал. Бедные несчастные фрукты, да. Это определенно то, о чем стоит беспокоиться. Так, ну чё, здорово. Долоране сейчас
покупаешь или продаешь? Я снова тебя подвел. Ох. Что за трансформация это будет? Хорошо, неплохо, Эвич. Что приказ? Умри, Эва! Именно со мной. Что приказание? Могущественное орудие! Мести! Жуткая жуть. Нет, Карл и Джордж опять пали. Так, на очереди у нас Риду. Моя работа почти завершена. Что? Кто там еще? Уходите! Великолепный план Рафаэла скоро будет приведен в исполнение, если вы победите. Рено, склонитесь перед Рафаэлом. Чего это должен склониться-то? Так, ясненько. Ладно. 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 Ладненько. Сейчас ты узришь вершину моего гения. А ты сейчас узришь обратное. Зовите Галакронду 5 раз, чтобы завершить ритуал. Ясно. Узри мое величие и возрыдай. Я буду скучать по нашим беседам. Я полагаю, в Лиге Исследователей мы будем играть за Рено. Великолепно сыграно! Как же я хорош! Я буду скучать по нашим беседам. Спасибо. Я уничтожу тебя в последнюю очередь. Я буду скучать по нашим беседам. Потрясающе! Это я в основном о себе. Я буду скучать по нашим беседам. Играю неортодоксально. Я буду скучать по нашим беседам. Я доберусь до тебя и до твоего Мурлока. Жуть. Я буду скучать по нашим... Бедный Финли. А, ну конечно. Не знаю, что я сейчас сделал, но я наверняка так и хочу. Да если ты не знал, что ты сделал. Блин. Yeah.
мне заговенные карты, а? Понял, почему бесы +2/+2 без бафа. Чё? Я стану вашей чешуёй. Великолепно. Новые бесы все сильнее и сильнее. Ну ладно. Он становится все сильнее. Твое предназначение. Фак, а. Так, ладно, сейчас будем готовы. Блин, задолбался с этими рандомными заклинаниями. Кости павших. Восстань, Галакронт! Восстань! С моим возрождением начнется новый цикл. Не знаю, что это значит, но звучит скверно. Жуть. Чё за дичь какая-то? Почему он такой overpowered, а? Знаете, главное, чтобы какая-нибудь круговерть пустоты сейчас не вылезла. Вот тогда будет жопа. Круто. Он вас уничтожит, забьет своими крохотными ручонками. И взять-то нечего. Блин, надо почаще взывать к нему. Наконец-то я вырвался из своей башни. Не пищи! О, Галакронт, какое удовольствие видеть тебя за работой. Какой довольный голос у него. О, ладно, так можно. Жесть, на героике-то что будет? Вы уже 5 сейчас спал там.
Ебанутые, блин. Мы едины. Познай мой Долоран. Жесть. Я могу рвать весь день. Я стану вашей чешуей. Смерть всему сущему. Важно по кому. Главное нанести вообще этот урон. Блин, надо было по медивху бить. Смейся со мной, Голокрон. Злодейский смех в одиночку. Какой безрадостный смех. Мой тебе совет. Учись жить момент. Кстати, имя бы хоть поменяли. Это ж теперь Андуин. Узри мое величие и возрыдай. Альянс и не с таким справлялся. Как? Великолепно сыграно. Как же я хорош. Альянс и не с таким справлялся. Не отступать и не сдаваться! Трепещи перед мощью Штормграда! Эй, короче, наслаждаемся нашим триумфом! Голокрон тут тащит, конечно, 300 хп, блин. Конечно. Вот в него надо попасть, да. Я полагаю, все еще не закончено. Умирает. Жуть. Твоим бесчинством пришел конец, Рафаан. О, королева ваша, королева ваша. Мне тоже кое-что известно о воскрешении мертвых. Ты мыслишь слишком узко. Блин. Натиск, блин! С атакой. Ну ты какая-то долбанутая. Блин, сыграть-то нечего, а? Сильвана. Восстаньте! И почему мои враги не могут держать язык за зубами? Трындец. Испепелю! От этой победы я ощущаю пустоту. Что довольно иронично, если учесть, что я
обмотанная бинтами пустота. Ну, поделиться! Узри мое величие и возрыдай! И почему мои враги не могут держать язык за зубами? Так, ладно, ладно. Рано или поздно все покорятся Орде. Не понял, а чё вы никого не атаковали? Я стану вашей чешуёй. Интересно, а с этим как бороться на героике? Понимаете, да? Испепелю! Тихо, Галакрон! Если ты уничтожишь Азерот, то кто будет меня бояться? Испепелит он, не видишь, что ли? Все, текайте с городу. Кости павших идеально. Тебя достанет! Может, я зашел слишком далеко? Тихо, Галакрон. Я думаю. Все. Последнее существо из колоды. Теперь Рафаал. Сладкая горечь победы. Победы Рафаал. Теперь Рафаал одумался и будет драться с Галакронтом, да? Да? Вот так вы решили, да? Вот это хэппи-энд Лиги Зла? Ха-ха, да. Весело. Да, мы действительно будем против этого Галакронда играть. Эх, Галакронд, остались лишь мы с тобой. Я знаю, что должен сделать. Если Галакронда не остановить, все живой умрет. Это так, к сведению. Пиздец, как бороться-то теперь? Эх, да. Было круто поиграть за имбанутого. Ну что ж. Не сломить! Меня не остановить! Я сделаю то, что не удалось другим. Я, Рафаам, одолею тебя. Жесть, а мне что делать-то с этим? Что-то как-то у него... 150 хп. Бегание и 100 метров. Что же это ваше существо, вы раскапываете и разыгрываете сокровища. Я еще своим существом должен жертвовать. Что же это существо противника и все его комплект. Какой-то трындец. Здорово быть великим вором. Так, что-то... Да, совсем не то.
классный рандом, слушайте. Старт классный. Ты слишком опасен, Голокронт. Я, Рафам, должен уничтожить тебя. Это смягчит падение. Работаем сверхурочно. Будь король. Я начало начал. Я перво дракон. Ты ничто. Я Рафа! Моя стая пробуждается. Да, Карутом. О, Голокронт, я рыдаю. Точнее, рыдал бы, если бы мог вырабатывать слезы. Долго осталось. Ладно. Еще когти у него в кармане лежат. Здорово. А что будет, если я буду к Голокронту взывать сам? Интересно. Ну, тут, конечно, логично брать когти. Котел, тебе! Только мама говорит, я просто красотка! Как раз то, что нужно. Подарил драконов ему, блин. Прям в лицо, больше ведь некуда. Почти идеально. Это смягчит падение. Плохое запрещение. Я тоже. Сила из пустоты. Окей, ладно. Посмотрим, что... Небеса, тебя чё, рука нетхегами забита, что ли? Здорово. Блин, надо подыграть какой-то момент, что ли, не знаю. Рейдового босса в одиночку не трудно. Главное экипировка. Жуть. Так получается, сначала он дерется, и потом только предсмертные хрипы срабатывают. Это было глупо, расходование. Охренеть, сразу 8-8 призывает на халяву. Не жутко ли это? Так, ладно. Уничтожить! У нас большая текучка капли. Сейчас как нас спамлю. На крыльях слава. Котёл, кипи! Так, и кого-нибудь слить. Книга мертвых.
Давайте уж тогда замешаем себе все это дело. О, помню, как я это украл. Хорошие были времена. Ой, понеслась. Тебе не видать победы. А что будет на героике-то, а? 250 хп? Близзард какие-то сумасшедшие, сумасшедшие, честное слово. Так. Ладно. Немного полезного, а ну поделиться. Давай. Что там у нас с тобой? Крысу самую первую, судя за что я разыграл. Погоди. А, первых. А, ну да, да, верно, все. Че удивляться-то? Все верно. Возродитесь, проклятие! Пропаганда зла. Честный обмен! Честный обмен! Так, ниже 100 хп ничего не триггерится. Значит, его придется, наверное, убивать полностью. Какая-то. Работаем вверх урочно. Так, хорошо. Блин, надо было, наверное, сначала ей удариться. Раз я ее задумал убить. Да сколько у тебя этих когтей там? 8.20, а? Охеренные суши легендарочки, а? Ничего, убиться об него думал. Да, такая раздражающая легендарочка. Так, ну-ка. Я тут, босс. Блин, такие карты охеренные мне дали, а? Слушай. Так, ну и кого мы... Ну, это, кстати, хоть что-то, между прочим. Наконец-то мне дали второй шанс. Такова плата за силу. Уничтожает всех существ, поэтому надо избавиться. Такова плата за силу. Так. Демонов у нас в руке нет, да? Поэтому только это. Ужас. Ладно. Охренеть. Сколько у тебя там всего? Попробуй. Нет!
Так, 5, 7, 8, 10. Брось дороги! Уничтожить! Хочешь сказать, как мило с твоей стороны. Так. Уничтожить! Вот, попробуй. Да блин, а? Что это все такое? Мне нужны массовые бафы, а не это. Еще сокровище. Хорошее у меня сокровище, которое еще сокровище замешивают. Как хорошо, что я весь год воровал полезные вещи. Никсе. Ну, Никсе, ничего. Эту терпиму. Так, что же мне со всеми с вами делать? Просто... Как-то он не часто пользуется этой штукой. Зря я вспомнил, наверняка он воспользуется. Все очень плохо. Все, текайте с городу. Ой, не так атаковал. Слушайте, я мог еще и летал прострать. А может и не прострал его, хрен его знает. Плохое замышление. Я тоже. Ай. Это было зря. Теперь карту сожгу какую-то. Или могу это выкинуть. Дело, дело. Не выживет никто. Давай еще неистовство. Все. Текайте с городу. Прощай, Галакронт. И все, даже ничего эпического не будет под конец, как это было в прошлой битве. Когда осядет пепел, выжившие будут трястись от ужаса, заслышав имя Рафаам. А затем Рафаам, самый жуткий злодей всех времен и народов, растворился во мраке. Да, я сам рассказываю свою историю. Я Рафаам. Короче, ясно, все было не так, да? Ясно, понятно. Ну что ж, друзья, нас ждет теперь история за Лигу Исследователей, и она, видимо, истинная, настоящая история о том, все как было на самом деле. Ведь если зло рассказывает что-то, это не может быть так на самом деле. Нет, 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 все истина только в добре, а остальное ложь. Да, классненько. Ну что ж, ладно. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, оставляйте комментарии.
А мы увидимся уже в последней серии. Думаю, уже это последняя серия будет. И герой, когда это... Не хочу проходить, серьезно. Никакого желания нет. Все какое-то дико имбанутое. И рандомное очень. Всем пока.